приехал специально награждаться. И, наконец, Аксель Лундсвиндал, который пытается в очередной раз загрести несколько кубков в одном сезоне. Любимец публики сказать, не сказать практически ничего. Хоть все-таки не удалось подняться на пьедестал, он об этом всегда мечтает. Я разговаривал с ним в Альдезере, когда было открытие европейского сезона. Он об этом как раз говорил, что, в принципе, всегда ощущает что-то неполноценное, когда ему даются титулы, но вместе с этим не приходит победа в данный конкретный день. Хрустальные медали. Бойцам не только с трассами, но и бойцам, в первую очередь, самими собой. Как рассказывается все в том же фильме, тебе очень страшно, но вместе с этим, когда ты преодолел, ты доехал хотя бы однажды, это тяжелый навык. Избавиться от него уже практически нереально. Даунхилл. Если тебе природа дала, то ты будешь мотаться на грани. Свиндалу. Он был везунчик достаточно долгое время, но это та самая ситуация, извините за штамп, когда вопрос ставится не о том, сломаешься ли ты, вопрос ставится, когда ты сломаешься, насколько серьезно. Он упал на собственные канты лыж при неудачном приземлении с прыжка Golden Eagle на Birds of Prey. Но чтобы спустя очень непродолжительное время туда вернуться и проехать достойно, и это одна из самых поразительных спортивных историй вообще из всех видов спорта. В честь него гимн страны, победитель Кубка мира в скоростном спуске Аксель Лундсвиндал.